считаю, что это не только фестиваль, который украсил нашу столицу. Я думаю, что это вообще событие для всей нашей республики. То, что сюда съехались представители 36 стран, 36 кинематографий, это, конечно, безусловно, расширяет границы этого фестиваля. Ну и, конечно же, подборка его фильмы, которые должны нести, конечно, в первую очередь нравственный заряд, нравственный потенциал, возвышать человека. Это, конечно, тоже отличает его от многих других фестивалей, которые сегодня существуют в мире. В киноискусстве в 2013 году присужден народному артисту Литвы Йозасу Будрайтису. Я хочу поблагодарить за столь высокую награду. За мой скромный труд я очень рад, что мне пришлось и была возможность поработать с белорусскими кинематографистами и познакомиться ближе с Белоруссией и с надеждой жить дальше, видеть Белоруссию и замечательных белорусских людей, которых я очень люблю. Что я очень строго отношусь к фестивальному движению. И я бы очень хотел, чтобы за этой тягой к тому, чтобы тебя увидел весь мир, мы не потеряли самое главное. Это душу. Девиз кинофестиваля «Истина в кино». Я хотел бы, чтобы эта истина действительно была в тех фильмах, которые нам покажут. Я желаю всем нам радости от того, что живет кинематограф, хотя и в трудном положении. И дай Бог нам, кинематографистам, помогать возвышению души человека. С Богом, Листопад! И спасибо всем, кто над этим трудился, кто работал. Актерам, режиссерам, организаторам, администраторам. Сейчас на небе, если представить вот, ну, звездное небо, какие-то звездочки, не знаю, что это за звезда, там маленькая. А в созвездии, в больших созвездиях, о, угадываешь уже. Я так думаю, что на звездном небосклоне фестивалей мировых мы уже достаточно внятной звездочкой сияем. Стабильной, внятной звездой. В добрый путь. С днем рождения. Спасибо всем.